Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин совместно с прокуратурой провел прием жителей. Больше всего химчан беспокоят вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры, долевое строительство и капитальный ремонт домов. Инициативная группа дома номер 30 по улице Академия Грушина жалуется на кровлю. Состояние ее плачевное, а капитальный ремонт запланирован только на 2035 год. Как сократить срок ожидания, если не все собственники квартир инициативные? Контингент разный. Есть люди, которые хорошо понимают, имеют определенный уровень образования, чтобы достаточно разобраться в вопросах ЖКХ. Так и есть бабушки по 90 лет. Глава муниципалитета предложил активистам все-таки назначить старшего по дому. Это поможет решать коммунальные вопросы оперативней, а ремонт крыши проведут. Я попрошу лично фонд капитального ремонта по этому дому, чтобы его включили на 2020 год полностью в капремонт. Сейчас он стоит в плане 2035 год, ну понятно, нам с вами это 35-й год, кажется. Он может дожить и до 25-го с такой, если там дырки у нас, то, что мы сейчас здесь видим на фотографиях. Пока Руслан Геннадьевич нашими силами его включит, ну, будет поддерживать, но мы начнем, конечно, разговор с того, чтобы они его заместили в этом году. Если у нас не получится, как крайний срок это будет у нас 2020 год. До этого срока управляющая компания своими силами будет обслуживать крышу. Задать вопрос главе города можете и вы. Запись на прием ведут на официальном сайте администрации и по телефону 8 495 572 73 38.